Ты можешь пролезть на газон. Зачем мы замуж? Это полицейский. Который подошел. Я не знала, меня сейчас не стошнило там, когда он подошел, он стоял, и от него никогда не выстрелили. Нет, даже другие туда жалуются. Старушек там. Старушек, которые знают это. Да, да, старушки, дети там, это, авоськи дают, их мотозак, они пытаются взять. Там дубьё там знаешь. А, это таска. Ну и он нафиг вообще, ему и платил. Сам отпустили свою палатку. Голос Мухтар. Прикинь, он её отпустил. Она машет хвостом. Она не снега. Свободу полить заключённым! Свободу политзаключенным! Бережуку! Свободу! Унчуку! Свободу! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Руслан! Ура! Ура! Все же нормально. И что это? Пожалуйста. Какие вы бесценок? Смешно! Бесценок твоя жизнь будет для твоего ребенка, например. Да внука для твоего. А когда тебе нахер оторвет любую ноги, у тебя не будет еще работать, нахер никому не нужен. Никому, понимаешь, не будешь. И вот это ничего не делаешь, да? Они живые, так вложишь. Будет чума, не показать. Девушка, граждане полицейские, вы собираетесь незаконно здесь. Да, мешайте проходу граждан. Сотрудники человека подошли, не представили, не поздоровались, не показали. Вот эти были по вашим приказаниям. А вы схватили и потащили. Это было по вашим приказаниям сделано. По вашим приказаниям всех избили. Поэтому мы сейчас все дружно расходимся. Давайте меня и его всех начали. Вы полицейские, вы должны задержать преступников. Они стоят за вашей спиной. Я третий раз вас предупреждаю о том, что вы обязаны расходиться. Вместе с ним задержали, пытались задержать еще троих активистов, но нам удалось их отбить. Просто Матвей. А по-моему, девушку унесли.
ну, как бы ее унесли, потом бросили, как, видимо, как не нужно. А, вот так. Да. Вот, молодого человека вот тащили-тащили, но мы его утащили обратно. А, вот. Идите. Берите, съедим. Куда? Куда вы помогли? Что вы делаете? Вот что это такое? Что это такое? Журналист, он может сказать где угодно. Бред какой-то. Не сообщайте количество. Вы еще журналист, а не нет, это устный запрос, он обязан его сейчас отработать. Бесстыжие, просто бесстыжие люди. Все. Где Ольга?